Казанский федеральный университет посетили представители Босфорского университета. Целью приезда стало дальнейшее сотрудничество с Казанским университетом в сферах образования и науки. Делегация приехала в составе 5 человек, в их числе проректор по научной работе, советник ректора, проректор и деканы университета. В ходе встречи гости посетили Музей истории Казанского федерального университета и провели переговоры. Мы знаем, что Казанский федеральный университет очень силен в математических направлениях, фундаментальной математике, кибернетике и, конечно, гуманитарных науках. Сегодня нам удалось поближе познакомиться с университетом, узнать много нового, в том числе о его богатой истории. На встрече обсуждались вопросы, связанные с совместной научной деятельностью и академической мобильностью. Уже в скором времени планируется организовать обмен между студентами и преподавателями, а также начать совместную работу в ведущих направлениях университета. Арина Михайлова, Владислав Михневский, Универньюз.